Привет, ребята! Меня зовут Кривошейная Елена, где нужна ники обычно Келени. И я нахожусь в поселке Каринторф Кировской области Кирово-Чепецкого района. Киров – это город областной, Кирово-Чепец – город недалеко от города Кирова, а около Кирово-Чепецка есть такой поселочек Каринторф. Значит, думаю, что поселочек вас не очень впечатлит. Хотя сюда приезжают в плане как бы побывать типа в прошлом. Но он реально практически в прошлом. Старые домики, часть заброшек. Но интересен он не этим, а узкоколейной железной дорогой. Узкоколеечка. Раньше они были, сейчас практически не осталось. То есть колеи не на большой обыкновенный поезд, а на маленький. Очень-очень маленький, очень-очень старенький. Вот они такие вот узенькие. Раньше Каринторфская железная дорога узкоколейная использовалась для вывоза грузов. Я так понимаю, что, извините, плохо подготовилась. Но я так понимаю, что тут добыча была. Ну, не знаю, если Каринторф, наверное, добыча торфа, что ли. Может быть, что-то еще. Потом, если узнаю, скажу. Но сначала как бы все было для вывоза. А сейчас, по крайней мере, говорят, что эта узкоколеечка используется для перевозки людей. То есть Каринторф, сам поселочек, находится, ну не то чтобы не очень удачно, но дорог к нему нет. Ну вернее, дороги есть, опять же, но только грунтовка. И то есть, когда здесь, например, весна или осень, все развозит, то есть добраться будет сложно. Ну ладно, еще. Дари! Нам еще и помахали. Дари, иди сюда. Я тут с псом. С псом-красавчиком моим. Так вот. Видишь, местные какие общительные. Вообще, по моему опыту, чем меньше городок или поселочек, тем общительнее и доброжелательнее местные люди. Это вообще как бы классно. Так вот. Когда, значит, ладно, дорогу размывает, наверное, проехать можно даже по грунтовке. Но там есть мост. Я не знаю, понтонный ли он считается, но он, в общем-то, лежит на воде. Этот мост. И когда вода разливается, мне кажется, этого моста не хватает. И переправа просто перекрывается. И тогда вот остается вариант, это узкоколеечка. И она работает, как скажем, общественный транспорт. То есть ты платишь какую-то денежку, причем, я так понимаю, что очень небольшую. И, в общем-то, по ней доезжаешь от Кирово-Чепецка до Каринторфа. Я вообще до недавнего времени считала, что Каринторф – это, ну, такое нежилое место, да, где раньше что-то добывали, потом перестали, и все на этом закончилось. Но нет, поселок довольно большенький, люди живут, людей здесь много, так что не знаю, как они лапочки добираются. Ну, машины тоже, конечно, есть. Но это, думаю, что вот как бы это, как бы не так все просто. Это памятник, который поставлен работникам этой железной дороги. А это, кстати, остановка, где, я так понимаю, этот самый узкоколейный паровозик и поезд останавливается. Там, наверное, раньше была станция, что ли. И она, кстати, называется Техническая. Ну, еще давайте на паровозе глянем. Очень такой вот красивый паровозик. Давайте-ка его сфоткаю. Ладно, сфоткали. И вот это конец уже поселочка. Дарья, пойдем. Ой, Дарья моя, наблюдали. Все, мой друг-то шерстистый пытается с кем-то признакомиться. Дарья, даже не думай. Пойдем. Дарья. Молодец. Вот. То есть есть какие-то подновленные домики, даже коттеджики пытаются строить. Есть вот такие вот полностью разрушенные. Такое, знаете, все, да, вот старинные заборчики. Какие-то огородики личные, частные. Ну и вот дальше он туда уходит. Ну что, как-то так. Это поселочек Каринторф. Ну и мы с псом здесь. Пока-пока.